Закрытая травма грудной клетки, 21 сломанное ребро, поврежденное легкое, многочисленная гематома и ушибы. Именно в таком тяжелом состоянии оказался в больнице 62-летний житель Мозырского района сразу после празднования Нового года. О больном с подозрительными травмами медики сообщили правоохранителям. Однако мужчина утверждал, что он упал и таким образом причинил себе увечья. Была назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой было установлено, что это тяжкие телесные повреждения, которые не могли образоваться от падения. В ходе расследования оказалось, пострадавшего избил собутыльник. Приятели вместе отмечали наступление 2018 года. Гость после употребления спиртного потерял над собой контроль и избил хозяина. На данный момент возбуждено уголовное дело. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 147 Уголовного кодекса Республики Беларусь в отношении жителя Мозырского района 1974 года рождения, который 1 января 2018 года около 17 часов, находясь в домовладении, принадлежащем его товарищу, жителю Мозырского района 1955 года рождения, в ходе распития спиртных напитков умышленно начал наносить ему удары ногами и руками по голове и туловищу, причинив ему телесное повреждение, относящееся к категории тяжкой по признаку опасности для жизни. На данный момент данный гражданин задержан, к нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Пострадавший мужчина зла на обидчика не держит, но, судя по всему, друзья увидятся не скоро. Санкции статьи предусматривают максимальное наказание до 8 лет лишения свободы. Виктория Синицкая, Вячеслав Приписнов, телеканал «Мозырь».